С 7 по 11 марта в области проходят оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». По результатам двух дней полицейскими пресечено более 800 нарушений в сфере дорожного движения. В частности, выявлено 5 пьяных водителей. Еще трое управляли транспортом, будучи лишенными водительских прав. Пресечено 11 фактов выезда на встречную полосу. 31 водитель наказан в административном порядке за то, что не пропустил пешехода. Кроме того, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 100 пешеходов.